Всем привет, друзья! Второе видео со школы. Вам первое понравилось видео, поэтому делаем второе вот с ребятами. Ребятки, поздоровайтесь со всеми. Вот, чтобы вы понимали, я никого не заставляю. Ребята, я вас не заставляю никого сниматься. Никого не заставляю. Никого не заставляю сниматься и так далее. Они все согласны, поэтому у меня боевые ребята, они готовы мочить, атаковать. Вот, в чем будет состоять задание? У меня есть слова. Они похожи, что на английском, что на русском, например, кикбоксинг, стритлифтинг и так далее. Я говорю им по-русски, ну или по-английски, неважно, одно и то же получается. Они должны будут написать на доске правильно по-английски, то есть грамматически правильно. Если не пишут, то они будут отжиматься 15 раз, за одну ошибку 15 раз. Когда они, например, отжимаются, они получают минусик, потому что не ответили, если не отжимаются, плюсик. Кто выиграет, у кого больше плюсиков будет, тот получит пятерку. Один человек, у кого больше плюсиков, полетели. Че, давай, Илья, первый. Твое слово будет пауэрлифтинг. Твое слово пауэрлифтинг. Ребят, как думаете, правильно написал? Дефисы. Правильно? Не-не-не, дефисы. Нет, так правильно. Не, на самом деле, в одно слово тоже можно писать. Поэтому, да, садись, молодец. Блин, ну что, понятно. Тоже легкое слово, стритлифтинг. Стритлифтинг? Стритлифтинг. Это пока что легкие слова, это сложнее. Значит, Максим, бодибилд. Все, Максим правильно писал. Ставьте лайк, если Максим принтишь. Так, дальше. Армрестлинг. Давай поближе сниму, что они там написали. Снимаем. Опа, опа, опа. Так, нет, ты что не видишь, нормально. Сейчас кто-то отжиматься будет. Это твой окончательный ответ. Да? Давай, 15 раз. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Все, молодец. На самом деле армрестлинг пишется вот так. То есть второе слово вот так пишется. А следующее тебе слово кикбоксинг. Это написать. Давай, 15 минут, потом показываю, как правильно делать. Кайт, кикбоксинг. Кик, это же не было месте. Кик, да? Это удар. Да, кикбоксинг. Все очень просто. Кикбоксинг. Кроссфит. Просто земля тихо. Нет, неправильно. Давай, 15. Давай, правда. Раз, два. В чем прикол кроссфита, в чем его ошибка? Ошибка в том, что вот тут должно быть си. Обычное слово workout. Воркаут. Если не напишет, то что-то больше. Это вообще люблю. Но Влад у нас умный, красавчик, значит, плюс. Слово шейкер. Шейкер, который взбалтывает. Шейкер. Гейнер всякий. Шейкер. Шейкер, да. Шейкер, правильно. Значит, тебе гейнер. Пока ты отжимаешься, я покажу, как правильно. Покажи сюда, Богдан. В смысле? Пишется. Гайнер. Гайнер. О, видите, я вообще нормально. Протеин. Очень просто. Какое даже бы Славик написал. Следующий у них кто у нас? Слава идет. Реклама MyProtein. Какой .ru там? Мы ждем счет на MyProtein.ru. Счет указан в описании. Вам нужно написать Микс Файт. Мы ждем деньги. Раз, два, три, глубже, четыре, пять, шесть. Есть такое слово, как low kick. Это в кикбоксинге. Это очень когда ногой бьет. Напиши low kick. Серьезно, ты не знаешь, как лоу пишется? Вот, через W. Лоу кик.
планш. Как пишется планш? Не, неправильно. Давай, 15 нажимаем. Как пишется планш, Богдан, покажи. Пишется. Вот так. Планш. Планш. 15 нажиманий. Кто знает, как по-английски говорится бицепс? Байсепс. Следующий Богдан, его слово трицепс. Отлично. Правильно, плюсик Богдану. Ой, удобно? Плюсик. Три плюсика, идет на пятерку. Надо слово написать челлендж. Челлендж. Ну все. Ну в ютубе этого дерьма много, так что... Не... Макфон! А сейчас я сотку вижу. Сотку? Да. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Знаете, как стать таким же, на правах рекламы myprotein.ru. Значит, Максиму сложное слово будет. Да не! Синтол. Неправильно, давай. Да не, в смысле? Неправильно. А как правильно пишется? 15 отжиманий. Пишется вот сюда речь еще. Синтхол. А, точнее, экстрим. Давай, слава. 6, 7, 8. Ниже. Девять. А чё, как он написал? Экстрим. А он написал X, потом... Блядь! Славик! Ребят, подписывайтесь на инстаграмчики их. Пацаном. Так, ребят, у нас слова закончились, точнее, у меня закончились, поэтому я нашел сложные слова. Они будут писать, то есть, в правильной форме, их, с правильной грамматикой, а я буду их, ну, просто говорить, как они есть. Давайте посмотрим. Да. Алюминиум. Алюминиум не так пишется, алюминиум пишется... Ну, короче, сейчас стену повинуть. Очень просто, но, в принципе, покажи, когда. Уже не могу. Уже снять, я уже ум. Анестезист. Анестезиолог, это переводится. Смотрите, как пишется. Что за бати? Бадайде было, такие слова сложные. Анонимус. Чего надо слушать, слышишь? Так, не, давай, 15. Боус. Окончание будет боус. Фасилитейт написать. Как? Фасилитейт у нас переводится облегчать. Че? Вот туда вот буквы. А тебе что? Сраненько. Иди делай, Слава. Че ты отмазай? Я уже все равно. Кто будет громко говорить, все под вас не будут делать. Ща. Фасилитейт. Так, фигурально? Неправильно, давай. Влад, 15 приседаний. Точнее, 20. 20, я уже делал 20. Мне 17. Я на 20, я буду там снимать 20. Феноменом. Феномен. Феноменом. Пишется вот так. Но. Саша у нас философикал. Нет. Блин, знал. Правильно будет, смотри. Философикал. Что сложно? Пятик. Учим английский язык, должно сам себе сам. Раз, два, три. Pronunciation. Как? Pronunciation. Произношение. Pronunciation. Что за ключи? Неправильно. Я не знаю. Что это? Ну? Как?
Так, ребят, что это значит? Мы подведем итог, что физическая нагрузка не особо сильно влияет на умственные способности, потому что если ты не знаешь, что физическая нагрузка не поможет. И у нас победитель Богдан. Богдан, поздравляю тебя. Красавчик. Богдан выиграл, получает пятерку.